Ради мечты объездить весь мир некоторые перебираются из комфортной квартиры в трейлер с минимальными удобствами и месяцами колесят по разным регионам. Наш следующий сюжет о семье Шотиных из Санкт-Петербурга, которые уже больше 2 месяцев живут в Дагестане. Хадижат Мазгарова познакомилась с супругами. Прямо в середине сердца. Прогулка по Бархану Сарыкум стала для супругов Шотиных ежедневной традицией. И каждый раз песчаная гора удивляет завораживающими пейзажами и любопытными обитателями, будь то орел или редкая ящерка. Удивляет и пленит, да так, что петербургские путешественники уже 2,5 месяца живут в природном заповеднике, в доме на колесах с 2 детьми и 2 собаками. Здравствуйте, это вы или нормально? Это обычно про нас говорят. Да, такое удивление, непонимание. С непониманием тоже сталкиваемся, но бывает и восхищение, что вот как классно, да, взяли свободно и куда-то уехали. Изначально тур был запланирован на 2 недели, но семье так понравилось в Дагестане, что они решили увидеть всю красоту края, а это около 100 локаций, причем большинство – не туристические места. За свое длинное путешествие уже обзавелись друзьями, познакомились с местными традициями, выучили некоторые слова на дагестанских языках и полюбили национальную кухню. А еще показали Дагестан своим друзьям из северной столицы. На Новый год оттуда приехали около 20 человек. Когда въезжали сюда, родители крутили пальцем у виска и говорили: ребят, едьте сами, детей оставьте нам. Я не знаю, если по бальной оценке мы сюда ехали минус 10, а получилось, я не знаю, там плюс 20, вот как сейчас, да. Конечно, мы наслаждаемся просто людьми, вот людьми, кухней, всем. Путешествуют Шотины вот в этом доме на колесах. На нескольких квадратных метрах расположились и гостиная, и спальня, и кухня. Полноценный санузел с душевой. А как же личное пространство, спрашивают гости. В дружной семье оно не очень-то нужно. Понятно, что вот как бы уйти в соседнюю комнату здесь нельзя, да? Но мы же тоже понимаем, в каких реалиях мы сейчас существуем. То есть если нужно, кто-то вышел. Захотел поговорить, пошел на улицу поговорить, да? Как бы. То есть своя комната – это на свежем воздухе. Да, да, да. Работа у супругов удаленная, оба ребенка – школьники. Дистанционное образование с классической школьной программой оказалось весьма эффективным. Можете самих ребят спросить, они довольны. Вопросы по социализации, которые чаще всего задают, его нет вообще, потому что как раз во время путешествия общения-то в разы больше с людьми. Еще один часто задаваемый вопрос – во сколько обходится жизнь на колесах? Больше всего тратится на топливо. Расход 25 литров на 100 километров. Отапливается дом с помощью газа, плюс расходы на продукты. Но зато выпал сразу 10 статей расходов. Там здесь нету таких затрат, как в обычной жизни. То есть лишних. Ни на коммуналку, да, мы не тратимся, то есть там ни на какие-то походы, грубо говоря, там аттракционы и тому подобное, то, что иногда бывает слишком много. Ну, да, постоянные походы за одеждой, всякие, да, вот это, да. То есть фастфуд отпал, естественно. Кардинально изменить жизнь, каждый день получать новые эмоции, видеть новые места и знакомиться с разными людьми – это про Шотиных. Став приверженцами разумного потребления, преодолев страх перед неизвестностью, они воплощают свою мечту. Мечту открыть для себя большую и такую интересную страну. Сколько еще они пробудут в Дагестане, Шотины не знают, но однозначно это путешествие уже превзошло все ожидания. Хадижат Мазгарова, Махарбек Амариев, «Время новостей».